Парни, ну вот, я съездил туда-обратно уже, показать вам следы. Вот только звери здесь везде, туда-сюда бродят. Это наш участок, так что лося здесь порядочно. Порой кабанчиков там дальше были, я не останавливался, потому что там дорога плохая. Я с качкарника улетал, мне даже мотоцикл не облокотить, он падает. Я там развернулся и пошел. То есть здесь грунт не поставить мотоцикл. Так что как-то так. Присутствие зверя здесь везде. Это где вы мазали на высоковольтке, где не успевали. Так что будем здесь охотиться. Вот там уже мотоцикл стоит. Вот опять же говорю, здесь везде нахожено. Вот следы. Везде есть зверь. Так что как-то так. Вот следы. Вот след. Вот это все не старое. Еще не высохшее. Это от силы вечерней, ночной. Вот я мотоцикл уже на грунтовке там поставил, на дороге. Так что как-то так. Пешочком, конечно, плохо. А на квадрике сюда тоже плоховато. Ну и тут я тоже как бы без документов еду в общего пользования. То есть не общего пользования, к себе по дорогам общего пользования еду. Так что гайцы поймают, тоже ничего хорошего нахлобучит. Вот так я по грязи погонял, подзапачкался, конечно, немножко намотал грязи. Ну что делать, зато все посмотрел. Огонь. Ну сразу говорю, эндурик надо брать поменьше. Можно 125-го здесь за глаза, 250 даром не нужен. Так что 250 тяжелым управляться, надо килограмм до 100 брать. Все шины забиты, сейчас поеду. Короче, в сторону водопада там посмотрю поле.